Всем привет! Это DIY, как можно оригинально подать арбуз к столу. Для первой идеи все, что нам потребуется, это вот такая штучка для мороженого. И далее просто делаем так, как показано на видео. Для второй идеи нам потребуются деревянные шпажки для десертов, а также зеленая, красная и черная краски. Краски должны быть не токсичными, но водостойкими. А теперь просто раскрашиваем шпажки по типу арбузика. Верх зеленый, сама шпажка красная и черные продолговатые точечки, семечки. Вот такая прелесть получилась в итоге, ну как прелесть. У всех вкусы разные. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что заглянули на канал.